Чтобы планировать развитие городов и районов края, необходимо применять новые прикладные научные исследования. К такому выводу пришли специалисты на стратегической сессии, которая посвящена мониторингу социально-экономического состояния региона. Так, сейчас перепись предпринимательской проводится только раз в 5 лет. Сельскохозяйственная и всероссийская перепись еще реже, раз в 10 лет. Однако эти данные заточены под общероссийский анализ. Для более качественного формирования потребностей нашего региона и его территории необходимо более детальное научное обоснование. Как это сделать, обсуждали ученые, представители краевых и муниципальных властей, а также руководители Росстата и Счетной палаты. По итогам сессии Министерство экономики края рассмотрит предложенные участниками инициативы, чтобы сделать более эффективным управление территориями. Та перепись, которая идет, и то исследование, которое статистическое делается, оно станет фундаментом для научных исследований, и мы сможем сделать вывод, во-первых, к чему мы движемся, во-вторых, каким образом этот вектор можно скорректировать, где можно путем управленческих решений со стороны власти, со стороны, может быть, бизнеса, который увидит свои перспективы, можно найти наиболее эффективное достижение нашего результата, а результат – это качество жизни населения в Красноярском крае.